Все. Продолжаем наш с вами поход на склад вакцинную профилактику. Вот это вход на склад. Я открываю дверь и захожу. Вот здесь у нас находится дополнительная морозильная камера, которая уже подготовлена. Вы видите, минус 18 градусов. Это та температура, при которой должна храниться вакцина. Но точнее, это та самый высокий уровень температуры, при которой должна храниться вакцина. Вы увидите, что у нас вакцина хранится и при более низкой температуре. Это для того, чтобы у нас не было возможности ее, как говорится, испортить слишком высокой температурой. Я вам покажу, что вот эта вот холодильная камера, она пустая, она готова для приема вакцины, если сейчас пришлют еще новую партию вакцины, или же что-то случится с холодильником, с морозильной камерой, в которой находится наша вакцина. Здесь у нас находится морозильный лагерь, в котором минус 25 градусов, где мы сейчас готовим хладоэлементы. Это хладоэлементы, необходимые для транспортировки вакцины, потому что кабинет вакцины профилактики будет не только на Градцевском шоссе 115, но и в нашем поликлиническом подразделении Степана Разина 1. Сейчас мы направляемся. Ну, я хотела вам показать, как выглядит вообще склад вакцины профилактики. Это непосредственно две холодильные камеры. Здесь имеются все необходимое оборудование, потому что за температурным режимом вот в этой холодильной, в этих холодильных камерах следит компьютер. Показатели компьютера выводятся в приемное отделение, и дежурная постовая сестра приемного отделения наблюдает за данными показателями, и если возникают какие-то проблемы с температурным режимом, моментально появляется сигнал тревоги. А это у нас морозильная камера, в которой находится вакцина для прививки против COVID-19. Смотрите, минус 26 градусов. У нас еще до минус 18, да, достаточно большой задел. Учитывая, что вакцина заморожена до минус 26 градусов, я быстро открою холодильник и покажу вам эту вакцину. Температура изменится буквально на 1-2 градуса, но в данном случае для вакцины это будет совершенно не критично, потому что она заморожена до минус 26. И вы воочию увидите эту вакцину сами. Открываю. Все, мне помогли. Владимир Анатольевич мне помог. Вот эта вакцина, которую мы будем прививать. Я ее немедленно убираю, для того, чтобы она у нас не разморозилась. Вот таким образом у нас хранится вакцина.